Оперативники уголовного розыска при поддержке коллег из ФСБ провели спецоперацию по задержанию четверых подозреваемых в разбое. Полицейские осторожно заходят в квартиру. В любой момент злоумышленники могут оказать вооруженное сопротивление. На пол, Лёв, голову опустил. Еще есть кто-то? Где еще третий? Под дулами нескольких автоматов предполагаемые грабители понимают, давать отпор – не лучшая идея. Один из злоумышленников сообщает оперативникам, где спрятал оружие и продолжает изучать пол. Он и его подельники – фигуранты уголовного дела о разбое группы лиц в особо крупном размере. В ночное время они проникли в частный дом, расположенный в подмосковной Балашихе. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, подозреваемые избили постояльцев, арендовавших жилье, после чего связали их строительными хомутами. Нападавшие похитили 9 миллионов рублей и скрылись на двух автомобилях, которые принадлежали потерпевшим. Общий ущерб составил 14 миллионов рублей. Позже стражи порядка обнаружили похищенные машины в подмосковных Мытищах. Задержанными оказались уроженцы Средней Азии. Теперь они рискуют отправиться за решетку на 15 лет.